Бобруйск – это особенный город. Тут же не надо быть свадебным генералом. Тут родня, свои. Тут каждый имеет право сказать все, что есть. Анатолий Ермоленко. Если характеризовать город Бобруйск двумя словами, какие два главных слова вы бы для него нашли его определение? К нам приезжают многие знакомые с Украины, с Молдавии, с Москвы, и все говорят, очень красивый, чистый город. Самый лучший? Самый лучший. Уютный, нарядный, наверное, родной все-таки. Красивый, большой. Небольшой провинциальный город, скажем так. Чистый город, красивый город. Самый любимый город на свете. Прекрасный город. Двумя словами. А почему он прекрасный? Ну, потому что мы здесь живем, мы все работаем. А как живете? Радостно, весело? Ну, я да. Не знаю, как другие. Мне весело. Это самый замечательный город. Здесь все наши друзья, здесь все, здесь семья наша. Как бы вы двумя словами могли охарактеризовать свой город Бобруйск? Бобруйск – центр вселенной. Скромно. А вы что скажете? Это еще что-то больше, чем центр вселенной. Это, можно сказать, для меня это самая главная страна из всех. Город. Да, город. Здравствуйте, с вами Надежда в городе Бобруйске. И таки да, Бобруйск один из самых замечательных городов на Земле. Впрочем, если вы решите побывать в Украине, в России, Болгарии и других странах, совсем не обязательно выезжать из Бобруйска. Новые улицы нашего города названы именами городов-побратимов – Нарофоминская, Сокольничий бульвар. В том, что Бобруйск – столица мира, уже не сомневается никто. Баба с возу, да Бобруйску ближе. Каждому бобру свой Бобруйск. И другие пословицы вошли в классику мировой абсурдопедии. Кстати, улицы Бобруйска есть в Нью-Йорке, Москве, Санкт-Петербурге, Нарофоминске, Минске и других городах. А у нас в Бобруйске есть вот такой памятный знак, указатель. Здесь есть не только столица мира, но и наши города-побратимы. Например, Севлиево, Болгария. У нас есть и улица имени этого города. Среди наших братьев по географии – россияне, молдаване, украинцы, болгары и словаки. Например, побратим из дальнего зарубежья – словацкий Пухов. Городок гораздо меньше Бобруйска, в нем 19 тысяч жителей. У нас, кстати, свыше 200. Но одно сходство мы все-таки нашли. Аккуратные домики в Пухове чем-то похожи на наши бобруйские. Кстати, улица Пуховская обязательно будет в одном из новых микрорайонов Бобруйска. Или, к примеру, болгарский город Севлиево. Севлиевская улица тоже намечена. Она пройдет от улицы Кобякова до Слуцкой. Новые братские улицы – Московская, Владимирская, Нарофоминская – тоже в ближайших планах. В чем же еще заключается суть дружбы между городами? Первым городом-побратимом нашего белорусского Минска стал британский город Ноттингем в далеком 1957 году. После этого к движению побратимства городов присоединились другие областные районные центры. Сегодня у Бобруйска 11 городов-побратимов. Среди них города из Украины, Болгарии, России. Есть идея стать побратимами с израильским городом Назаретом. Пока идея не реализована, но мы искренне надеемся, что наше руководство все-таки придет к какому-то решению по этому вопросу. Мы уже дружим с Владимиром, Муромом, Петроградским административным районом Санкт-Петербурга, Костромой и другими российскими городами. Бобруйчане дружить умеют, так что 11 друзей для нас не предел. Возможно, добавим в компанию Рио-де-Жанейро, куда так стремился Остап Бендер. В книге известного бобруйчанина Абрама Рапкина «Вниз по шоссейной» есть такие слова. «Гудят провода и плывет из-за насыпи яблочный, извечный, с раннего детства знакомый запах мармеладной фабрики. То, что остается незыблемым с годами, всегда вызывает особый трепет. Итак, отправляемся на ту самую знаменитую мармеладную фабрику, ныне «Красный пищевик», где всегда найдется что-то новенькое и вкусненькое». И
История красного пищевика началась в 1870 году. Конечно, тогда он еще не был красным, но продукция Бобруйской мармеладной фабрики славилась на всю округу. И сегодня Бобруйский зефир – брендовое лакомство для многих рожденных в СССР, в какой бы стране они теперь ни жили. Прежде чем попасть в святая святых, нужно одеть специальную одежду. Причем это не только требование санитарных норм. Я думаю, что вот в этой шапочке, в этом халатике, зефирки примут меня за свою. Вот она, новая линия по производству зефира. Здесь выпускают новый продукт с названием «Лиферель», что при приблизительном переводе с французского означает «легкий, воздушный». Но вы как представитель маркетинга, опишите так свой продукт, чтобы просто слюнки потекли. Какой он? У нашего продукта, для которого мы разработали специально новую торговую марку «Лиферель», существует слоган, который его в полной мере описывает – «Линии легкости». Это, пожалуй, самая легкая, полезная сладость, которая существует на данный момент. Фигуру не портит? Абсолютно не портит. В этом вы могли убедиться на примере наших работниц, которые постоянно находятся рядом с нашим продуктом. Не можем не назвать несколько цифр. Производительность линии – около 1500 тонн зефира в год, чтобы на всех сладкоежек хватило. Преимущество новой линии заключается в том, что изготовление зефира происходит ускоренным способом. То есть, если на старом производстве, на классическом зефире, весь процесс длится 24 часа, то на этой линии от загрузки рецептурных компонентов до получения готовой продукции проходит всего лишь 2 часа. Но это не значит, что на предприятии собираются отказываться от классического зефира. Вкус, знакомый с детства, остается. Лиферель – дополнение к богатому ассортименту красного пищевика. Ассортиментный перечень у нас насчитывает более 180 наименований. Одного зефира – более 45 наименований. Как настоящее произведение искусства, бобруйский зефир проходит своеобразный обжиг. Здесь он сушится, обеззараживается, и его фактически уже можно есть. На предприятии надеются, что новый зефир – бело-розовый, ванильный, с ароматом сливок – придется по вкусу молодежи. Если сравнивать вкусы людей поколения 40+, то они очень сильно отличаются от молодого поколения. Молодежь хочет видеть новую продукцию, новый вкус, более яркий, более насыщенный, более выраженный. Поэтому можно сказать так, что этот зефир рассчитан на новое подрастающее поколение. Лиферель уже завоевал большую золотую медаль на международной выставке в Москве. В ближайшее время линейку пополнит еще несколько вкусов – крем-орех и капучино. Так что кушайте на здоровье! Между прочим, уже в Древней Греции знали, как правильно готовить вкусный зефир. И название своего лакомства получило не просто так. В греческой мифологии этим именем величали бога легкого южного ветерка – Зефира. Ну что ж, лишний раз убедились, что бобруйский зефир просто божественен. Впрочем, это не единственное лакомство, которое по вкусу бобруйчанам. Чтобы узнать, чем любят полакомиться наши люди, отправляемся на улицы Бобруйска. Программа в городе Бобруйске. Скажите, ваше любимое лакомство? Драники. Сладенькие? Сладенькое. Шоколадки. Пирожные разные. Вкусняю, чипсы. Как всегда, можно мороженое, самое актуальное. Ваше любимое лакомство? Вообще-то я люблю кофе и шоколад. Вообще сложный вопрос. Ну, может быть, пицца. Я люблю зефир в шоколаде. Когда под настроение, может быть... Килограммчик другой? Нет, это очень много, но так... Грамм 200-300, да. Чипсы. А с каким вкусом? С крабом. А из напитков сладеньких? Томатный сок. Он не сладенький, но томатный сок. А сладеньких – березовый. В нашем детстве были петушки на палочках. Самое вкусное было. Внимание, внимание! Долгожданное событие! Могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича открывает сезон. У нас в городе Бобруйске всегда любили театр. И сегодня мы предлагаем вам заглянуть за кулисы, где кипят предпремьерные страсти. –
театр в Бобруйске не просто любят, его обожают. Первая театральная сцена была установлена в начале 20 века в здании пожарного депо. На первом этаже стояли лошади и водовозки, а на втором шли спектакли. Здание современного театра драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича построено на улице Социалистической уже в советское время. Мы наведались сюда накануне открытия нового театрального сезона. На сцене последняя генеральная репетиция. Актерам и режиссерам не до нас. До премьеры ровно сутки. Какая вы красавица! Я так рада с вами познакомиться, вы не перестанете. На экскурсию по театру нас ведет 6-летний Захар, пока папа и мама репетируют на сцене. Это реквизиторская называется? Да. Вон там, вот тут мечи. А вот эта карта, которую мой папа читает. А что там написано? Ну, там по буквам, я пока по таким буквам не умею читать. Вот мечи, деревянные. А вот это, вот шлемы. Ну, и самое любимое тут смешное у меня – это колбаса. Захар тоже мечтает стать актером. Сегодня его родители вживаются в роли влюбленных в комедийном спектакле «Примадонны» по пьесе американского драматурга Кена Людвига. Откуда из себя это Максим полез? Сам не знаю. Во что значит настоящий профессионализм? Чак, игра стоит свеч. Для мамы Захара, актрисы Виталины Лебедевой, новая роль в премьерной комедии – настоящий семейный подарок к десятилетию театральной семьи. У нас с мужем в этом году юбилей, и юбилей службы, так скажем, мельпомены. И поэтому такая роль интересная влюбленных. Новый театральный сезон, по словам режиссера-постановщика Татьяны Драгобед, это всегда подкручивание гаек. Все-таки сезон он заставляет нас подтянуться, да, подновить какие-то старые спектакли, подогнать, подрепетировать, что-то подкрасить, что-то подшить, что-то подтянуть, какие-то лампы поменять. То есть это большой процесс, сложный и достаточно серьезный, я бы сказала. Осень 2013 для Бобруйского театра драмы и комедий не просто новый сезон. В конце года здесь пройдет традиционный театральный фестиваль. И к фестивалю готовит наш главный режиссер спектакль «Комедия». Почему комедия? Любовь к ярким, зрелищным, музыкальным постановкам – это отличительная черта нашего бобруйского зрителя. У нас бобруйский зритель очень любит музыкальные вещи. Может быть, потому что когда-то он был воспитан мускомедией, которая на нашей сцене зарождалась. И, в общем, как бы она потом уехала в Минск, а зритель остался вот с этими вкусовыми ощущениями. Пока высококультурная бобруйская публика готовит наряды для выхода в театр, любители современной музыки настраивают радиоприемники на волну «Радио Могилев». В ротации песни популярной бобруйской группы «Скайнет». В ближайшее время группа выпустит новый альбом с рабочим названием «Для тебя». Конечно, мы не смогли оставить без внимания такое событие. Нам интересно все, что происходит в городе Бобруйске. Если кто не знает, бобруйская группа «Скайнет» существует с 2007 года. В ее составе три человека. Солист Иван Пономарев пишет тексты и музыку, а уже аранжировку делают вместе. На одной вечеринке собрались и решили создать группу. Начали играть, а как познакомились уже с Антоном, у нас не было барабанщика, и в одной группе играл Антон. Ну и мы решили любыми путями похитить его. Да, перетянуть его к нам. Так вот сложились вместе, собрались вместе, играем до сих пор. У нас все получается, и мы очень счастливы от этого. Одним словом, играют для тех, кому по вкусу электронный инди-поп. О чем песни? Конечно, о любви. Ведь Бобруйск – любвеобильный город.
Я не знаю по отношению к другим городам, но я думаю, что достаточно любвеобилен. У нас очень большое доброе сердце бобруйчан, скажем так. Иван Пономарев признался, именно любовь как-то шепнула ему на ушко, что самое время научиться играть на гитаре. У меня была в 15 лет, у меня была девочка, которая безумно влюбился, это была моя первая любовь. Конечно, чтобы ей понравиться, естественно, захотелось играть на гитаре. Собственной гитары у меня тогда не было. Были лихие, жесткие годы, 90-е. Вот. Приходилось брать ее у друзей, учился. Вот так вот учился и решил ее покорить. В итоге это все было на самом деле бесполезно, но что-то другому. Но любовь к гитаре, она все-таки пересилила любые там страдания. И я продолжил играть. Так вот. Герда разбила сердце Кая. «Герда» – одна из шести песен, уже написанных для нового альбома. Почему именно «Герда»? Скайнет любит и верит в сказки. Я люблю сказочные рассказы, может быть, перефразирую это. Угу. Вот, например, в детстве, когда у меня здесь недалеко живут этой крепости, мы все детство проводили в этих бастионах. Вот играя, просто мы представляли действительно себя какими-то героями, может быть, там, старинной армии. Одним словом, Skynet не новобранцы в армии талантов, возвращенных в Бобруйске. Их знают, любят, нового альбома ждут. Он выйдет весной 2014 года в городе Бобруйске. Все, что мы делаем, естественно, рождается в нашем городе. То есть сердце мы всегда здесь, на своей малой нашей родине, как бы мы любим этот город. И в любом случае, это он нам дает какую-то энергию. Не только просто любовь, она же не рождается просто из ничего. Всему это предпосылки, какая-то энергия. Вот. Энергия, энергетика нашего города. Итак, бобруйские мальчишки представляли себя солдатами нешуточных баталий, а девчонки в это время играли в куклы. Некоторые так увлеклись, что и сейчас им по душе это увлечение. Что ж, присоединимся к игре в куклы в городе Бобруйске. В каждой стране свои любимые куклы. Русский петрушка, английский панч, турецкий карагёз. Конечно, маленькие бобруйчанки тоже играли в куклы. Сложные художественные куклы-игрушки появились у нас в Бобруйске в начале 19 века. Их делали из фарфора, дерева или ценных металлов. Поэтому стоили они очень дорого. С появлением папье-маше цена кукол резко снизилась. А когда появился пластик, ассортимент их увеличился. И производство поставили на поток. Сейчас куклами увлекаются не только дети, но и взрослые. Вот только не играют с ними, а коллекционируют. И даже больше. Но обо всем по порядку. Бобруйчанка Вера Чайка свою первую куклу увидела путешествие во всемирной паутине. Показалось очень красиво, но очень дорого. Судите сами. Вот такая красотка стоит от 1,5 миллиона и выше. Но, как говорится, если нам, бобруйчанам, хочется... Я мечтала, но все-таки потом решила купить вот первую свою куколку. Вот, собирала на нее, наверное, 3 месяца. Уже тогда Вера и поняла, для чего она покупает куклу. На людей я не шила никогда, но именно на кукол. Я посмотрела, настолько наряды красивые для них, я думаю, попробую. Кстати, наряды, которые шьет Вера для своих модниц, порой стоят дороже, чем одежда для людей. На их изготовление иногда уходят недели. Но каждый аксессуар идеален. Чтобы там ниточка какая или шовчик, нет. Для каждой куклы все индивидуально. Одежда, стиль, имя. Вот это Наталья. Это Дания. Это тоже Наталья. То есть это куклы из одной серии, то есть это один персонаж, но разные коллекции. А в мехах дама у нас кто? В мехах тоже Дания. Угу. Вот. Но она просто дама из высшего общества. Впрочем, Вера не одинока в своем увлечении. Есть девочки, ну не то что девочки, нет, это не молодые, это моего возраста. Вот, то есть у них уже семьи у всех. Муж там, все вполне приличная работа, хорошая. То есть никогда вы не скажете, что это кукольники.
Кукольный дизайнер говорит, что шитье нарядов на 30-сантиметровых модниц – это уже не увлечение, а часть жизни. Куклы – это только начало, а дальше – дальше новые высоты. Мне хочется стать дизайнером. То есть дизайнер вот у меня как бы самоцель. То есть именно не на кукол, то есть для начала кукольный дизайнер, а потом уже для людей. И кто знает, может, когда-нибудь имя модельера из Бобруйска Веры Чайки станет таким же известным, как Ив Сен-Лоран или Армани. Между прочим, самая дорогая кукла в мире – Барби, над образом которой работал австралийский ювелир Стефано Контури. На шее куклы красуется колье с розовыми и белыми бриллиантами. Покупатель выложил за эксклюзивную Барби 800 тысяч долларов США. Месяц назад Бобруйский гандбольный клуб «Березина» взял старт в чемпионате Белоруссии. Пока без побед. Еще бы, на старте девчонок ждало испытание исключительно лидерами белорусского чемпионата. Однако в городе на Березине не торопят события. Почему? Мы узнали ответ не только на этот вопрос, но и убедились, победы к Березине точно придут. Березина выбрала себе сложный путь к вершинам славы. Здесь не набрали героев на час, а решили строить команду с азов. И нагружают вот эту молодежную команду уже не массовым потоком всех желающих, исключительно мотивированными гандболом девчонок. В миксте с парнями и некоторыми игроками основы. Мальчики младшие на год, а на два даже, а девочки старше. И тут в этом возрасте идет уравнение. Помощь молодежной команде «Березина» оказывают и игроки основы. Наталья Ларионова здесь проходит своеобразный курс восстановления после болезни и сравнивает тренировочный процесс молодежной и главной команд. В среднем примерно одинаковые, но там больше строго как-то. Если здесь как-то где-то можно и прозалить, то там уже не будет такого. Там все строго, четко. Анатолий Фильков напоминает, месяц назад в 30-й общеобразовательной школе Бобруйска открылось базовое отделение «Березины», которое будет готовить девчонок для молодежной команды. Человек 5 на следующий год я буду привлекать к этой группе, которую вы видели. В общем, такие планомерные шаги могут привести к тому, что бобруйская гандбольная команда станет таки чемпионом Беларуси без легионеров и дорогостоящих трансферов. В очередной раз убедились, что бобруйчане талантливы в самых разных сферах. Удивительно, как много уникальных личностей воспитал наш Бобруйск. Может быть, здесь какой-то особый воздух с ароматом целеустремленности, творчества, умения идти на риск? Ох, все-таки не зря Бобруйск носит гордое звание «высококультурный». Пришло время расставаться. Тем более еще нужно продумать вечерний наряд. Не знаю, как вы, а я не пропущу начало театрального сезона. С вами в городе Бобруйске была Надежда. Хорошего пути в новый день!